Всем привет, вы на канале Twinkie Time, и сегодня посмотрим пролог игры зоосимулятора. Назовите свой зоопарк. Я грибу, я знаю. Ну да, я помешана, и что? Как-то так. Допустим. Добро пожаловать. Этот зоопарк когда-то был популярным местом посещения и служил приютом для многих видов животных. Дни его процветания ушли в прошлое, и теперь он пуст. Сможете ли вы вернуть ему былую славу? Ваш родственник оставил вам это имущество в наследство, и если вы очень постараетесь, может, мы снова увидим зоопарки гостей животных, нуждающихся в доме. Нажмите тут, чтобы продолжить. О боже, о боже, о боже, что происходит? О боже. Hello? Ты чё? Чё это такое было недоступно в прологе? Ясненько. Используйте компьютер, купите сварочный аппарат, купите стержни. Если я буду немножко тупить, извините, это все потому, что я последние три ночи не сплю. Ну, как сплю, но очень-очень плохо. Ладно, пошли в дом. Вот эта вот стрелка такая огромная висит, типа... Почему ты пролагиваешь? О боже, что это? Смотри, как... My God. Вот. Ой, как же тут... Ой, как тут все печально. Ну да, нам оставили прям... Главное, смотри, тут все печально-печально, да, ей-богу. На добром слове все держится, и компьютер стоит. А, ну, ладно. Буду считать, что это я так что поставила, потому что мне надо все закупить. Да, я не закупила все заранее, приехала и поставила сюда компьютер, чтобы купить это все здесь. Учебник, все про компьютер в этой игре. Компьютер. Используя компьютер, вы можете делать в своем зоопарке множество важных вещей. Адаптировать животных, покупать предметы, проверять статистику, все в одном месте. Магазин, корм, материалы, все, что требуется для ремонта, можно купить здесь, все предметы распределены по категориям. А адопция животных. В этой секции находятся животные, которые не являются обитателями вашего зоопарка, но они могут быть адаптированы в любой момент управления животными. Животные голодные, достаточно ли у них воды, обеспечили ли вы им соответствующие развлечения. Во вкладке управления животными вы найдете всю необходимую информацию о благополучии и потребностях животных. Статус зоопарка. Вам интересно узнать о рейтинге вашего зоопарка и отзывах его посетителей? Как насчет состояния ваших вольеров? Ну, мы поняли, да, улучшение инструментов, проводить профилактические работы, персонал, понятно, ремонт, понятно, уведомления. Если что-то ускользнуло от вашего внимания, не волнуйтесь, всю необходимую информацию мы можем найти. Энциклопедия, сколько живет носорог и тому подобное. Прикольно. Да, кто скажу? Магазин. Я покупаю сварочный аппарат. Да. Поздравляем, вы только что купили свой первый предмет. Купленные предметы появляются на складе. Вы можете взять их, если наведете на них крестик. Используйте опцию ОКМ. И что еще? И стержни. А, я не могу больше, да, никуда нажать. Подойдите к складу. Склад. Что это такое? А, окей. Как ты странно бегаешь. Слушай, страшно. Сварочный аппарат. Ого. Предметы позволяют выполнять в игре разные действия, но помните, что в руке можно держать только один активный предмет. Другие предметы можно хранить в своем инвентаре, вы можете быстро изменить активный стол при помощи колеса мыши или клавиши 09. Окей, что еще я хочу взять? Стержни где? I'm sorry, а где стержни? Вот. Подойдите к воротам с дырой. О, вот они. Возьмите стержни из инвентаря, поместите их в дыру в воротах, используя ЛКМ, чтобы начать сварку, выберите сварочный аппарат, повторяйте, ну, ладно, окей, это все понятно, вполне логично, да? Отремонтировать. Хопа. Сварка. Ой. Что? А, это так и надо? Или я что-то плохо сделала? Нет, вроде хорошо все. Мне надо до конца? Можно, пожалуйста? Угу. Ура, я сделала ворота. Вольер «Солнечная саванна» отремонтирован, готов к приему животных. В своем компьютере во вкладке «Адаптация животных» мы можем сейчас... Где мой компьютер?
принять животного, поместить вольер, освободить животное, дать ему имя, проверить потребности. Это я все могу, давай. Я выбираю... Так тут... стоимость, ого! Дата. Давай тоже подешевле, да? 5600. Дофига ли он? 4600. Вот этого. Вот белый носорог. С энергичным характером, любит бывать на свежем воздухе, спать в жаркие дни, играть с разными предметами. Возраст 42, и да, пилет. Самец, самец, самка, самка, возраст. Ой, ну он самый дорогой, ой, он самый взрослый. Животное вольере отсутствует, требуется очистка текущего обитателя. Ага. Да, давай. Теперь у нас есть носорог. Чтобы освободить животное, дать ему имя, мне нужно пойти сюда. Вот. Имя. Как их звали? А, там девочка была. Она была вроде Джулия, да? Ладно, я не знаю, как тебя назвать. Ой. Не спрашивайте. Потребности. А можно мне к ним зайти? Получите... Угу, понятно. О, что это такое? Ага. Характеристики. Любит играть. Любит, когда его опрыскивают водой. Уравновешенный. Радость 71. О, кекич. Наполнить миску. Наполняй. О. Так, теперь нам надо корм. Корм мы идем брать, потому что носорог без еды будет, так сказать, увядать. Да, прекрасно подобрала слово, я знаю. Уп-уп. Корм. Да. Ой, о господи, я в этом месте потерялась. Корм. Корм. Идем. Идем насыпать ему корм. И на меня вообще, да, все равно? О, смотри, как корм. Хорошо. Мойка высокого давления. И очистить вольер. Ну, где это? Вот это. Давай. Ну, истинно симулятор. Можно, пожалуйста, выйду? Спасибо. Симулятор. Как симулятор. Блин, как же я хочу спать, это жесть. Можно? Возьмите мойку, наведите, продолжайте, после того, как вы смоете его, чтобы выделить грязные участки. А-а-а, прикольно. Ты чего? Я не пойму, почему ты лагаешь, типа... О, боже, что это такое? Странно. А чего? Это что? Это это какой-то мох или что? Как ты просто водичкой его смываешь? Ты думаешь, что так работает? Я просто хз. Мне кажется, что чуть-чуть нет. Так. Ну... Единственный, наверное, симулятор, который... помимо Sims, окей, я люблю Sims. Симулятор, который мне заходит, который мне нравится, я не то чтобы любительница симуляторов, наверное. Хотя ненадолго могу залипнуть в разные. Это... Блин. Stardew. Блин, Stardew, maybe. Раньше я любила, сейчас больше нет, чем да. По крайней мере,
есть, конечно, интересные, но, как по мне, то их не очень много. Разве что по фану зайти поиграть в какой-то... Так. Открыть зоопарк? А, ну стой, подожди, выйди. Используй полосунок, откройте зоопарк. Ну да. Давай я открою зоопарк. Билеты. Больше информации. Чистота, общее благополучие животных. Давай я открою зоопарк. Начинают прибывать гости. А можно я изменю это? Это не я должна менять. Баланс. Прибыль. Я жду первых отзывов. Где мне их ждать? А где люди? А где люди? Ой, можно? А люди где? Я жду первых отзывов. Давай. Прикольно. Людей нет. Окей, пойду посмотрю отзывы. Может, уже есть? Людей я не вижу, но, может быть, отзывы уже есть, кто знает. Это ж так работает. Эк. Время, дни, гости, всего гостей 4. А где вы есть? Я говорю, Паша, где гости-то? Ждите первых отзывов. А гости, вы где? Я, может, что-то провтыкала, а где тут вход в зоопарк? Недоступно в прологе, понятно. А где вход? А вот человек, человек, смотри. Смотри, человек. А ну-ка, рыбать, а ну подойди. Покажись. Покажи себя. Я хочу посмотреть на модельку. Ого, что она такая низкая? Или это я высокая, не знаю. Надо вот так вот. Ну, что-то говорит еще. Что-то говорит она мне. Что это такое тут? Но вам нужна дрель. Ага. Надо чуть-чуть поремонтировать. Ну, ну да. Ого, отзыв у нас есть. Смотри, ушла, ушла. А ну-ка, покажите отзыв. Так, что-то оно так странно бегает. Ну, о, отзыв. У носорогов пустой вольер, им нужно больше декораций. Троечка. Карен. Карен дала нам троечку. Карен, почему три? Карен. Капец. Да что, а почему три? Давай четыре хотя бы, пять. Да. Декорации, так мне же надо их купить. Или они уже есть? Так откуда у меня декорации? Почему ты мне говоришь идти сюда? Нажмите режим декорации. В режиме декорации можно, очевидно, покупать всякое такое. Да-да-да-да-да. Игрушки. Разместите декорации. Это все декорации, типа аксессуары. Давай я тебе игрушку куплю, потому что почему и нет. Я же могу игрушку. Это все 100 стоит. Ой, смотри, какая декорация огромная. Ты что? Как-то поверни ее, пожалуйста. А, вот так, вот так. Окей. Вот, вот так вот. Агась. Смотри, у нас есть декорация. Можно еще тебе что-то купить? Там какой-нибудь аксессуар, скребок для рог. Давай. Давай. Прям вот тут где-то поставим. Чтобы он прям ходил и скреб той рог. Да? Лежак. Навес для носорога. О, смотри, человек ходит. Навес для носорога. Я тоже могу поставить, только куда его поставить? Нет, тут не надо. Давай где-то. Где поставить? Где-то. Вот здесь тоже, возле вот этого дерева. А ну-ка, поверни его, может. Вот как-то вот так. Да, вот так. Да, хорошо. Фэншуй. Достижение я получила. Пошли посмотрим отзывы, потому что... Смотри, у нас декорации такие, вообще огонь, да? Что это?
Компания. Ему нужна компания, он хочет поспать и пить хочет. А что ты хочешь пить, если у тебя есть вода? Может, что-то не понимаю. Вода есть? Миска наполнена. Так ты попей, пойди, или что-то, я, может, не пойму. Ладно, отзывы. О! Что? Во втором вольере просто кошмарное внутреннее посещение? Может, помещение? И я надеюсь, ни одно животное не будет вынуждено жить в таких условиях. Так подожди, я ж еще этого не сделала. Ты что туда идешь? Какой один? Джон, ты что, дурачок, Джон? Джон, возьми себя в руки, Джон. Ага, молоток, лопата. Надо купить. Надо купить молоток, лопата. Молоток купить, лопата купить. Пошли ремонтить. Я грыбу. Вот это вы приколист, Джон. Зачем вы пошли туда, где даже никого нет? А говорит, я надеюсь, не будет в них тоже в таких условиях. Так не будет, потому и не живет, потому что сейчас еще рано в таких условиях им жить, потому что я еще не сделала. Лопату, да, иди, лопата. А, вот лопата. Старая хижина, вот. Джон на приколе немножко. Опача. Молот. Так, молот сюда. Разрушить старую хижину мне надо. О, господи. Так, а почему? Я ж нормально. Ага. Все, минус хижина сейчас будет. Ага, все вот так вот. Что мне разрушить? А, стена. Ой, она ж красивая. Зачем? Смотри, какая стена. Ладно. Лопата. Уберите мусор лопатой, очевидно. Двигайте лопатой, чтобы почистить. Да, все так и происходит, конечно. Так, что тут убрать надо? Вот это, да? Ну, я типа убираю. Убери, пожалуйста. Мешок наполнен. Как мне его убрать, чтобы он не был наполнен? А куда мне убрать его? А, вот сюда, да? Убросить. Мешок пустой, хорошо. Я грибу, он эти камни убирает, как какой-то навоз, знаешь, отшкребывает от пола, как жвачку, прилипшую в магазине. Или типа того. Выброси, пожалуйста, почему ты... Так, что, еще где-то что-то есть? А что я не вижу? Ух ты, что это тут? Смотри, как красиво, прикольно. Наполняю водой. Тут никого еще нет, но я уже наполню. А, где еще? А, вот еще. Шкребем. Так. А, господи. Кто тут будет жить хоть? Так, сейчас мы проверим отзывы. Зачем? Я не хочу отзывы, я хочу сюда животных. Мне все равно на ваши отзывы. У вас какие-то туповатые отзывы, потому что зачем вы смотрите туда, где еще нет животных? Информационная таблица у вольера носорога выглядит так, словно вот-вот отвалится. Она держится только на одном болте. Или, проще говоря, на добром слове. Это так, надо ее отремонтировать. Как ее отремонтировать? Дрель-шуруповерт. Угу. Купить. Сейчас мы все починим. Сейчас я как починю. Вот это мне. Сюда. Погнали. Пятерочку возьми. А, ой, блин, не туда пошла я. О, смотри, стоит. Ты кто?
Сьюзен? Сьюзен. Шо с обувью? Шо по обуви? Странно, ладно. Это я... Да все, я сейчас починю. Ага, изи. Ага, изи. Ага, супер изи. Отлично. Мега изи. Почему ты перестал? Угу. Планшет? Я хочу планшет, давай. Когда я бегу, такой звук странный, что... Не знаю, мне кажется, это как-то... Слишком быстрые звуки шагов для того, как она двигается. Ну ладно, не важно. Не столь важно. Я купил планшет. О, планшет. А в этом зоопарке слишком мало животных. Смотреть тут особо нечего. Ну, логично. Логично. Это так. Я сейчас сделаю животных. О, энциклопедия. Потребность проверить требования к разным вольерам. Используя компьютер, определить животное, которому подходит размер вольера. Выпустить. Купить овощи, фрукты, да. Энциклопедия. Так, требность. Белый носорог, читать не буду. Гипопотам. Газель. Газелька. Газелька. Страус и слон. Биом пустыня. Требования. Ну, это явно не для слона у меня тут биом. Страус. Степь. Размер небольшая. Газель. Степь небольшая. Степь средняя. А у меня какой он? А у меня какой? А я могу как-то посмотреть мой зоопарк, лесная нора, больше информации. Какой я? Она большая или она небольшая, или она какая? Джон, смотри, Джон переобулся или что? Поставил 3 звезды, сначала была 1. Ну хорошо, Джон. Окей. А, и тут Карен, хотя это вроде 2 разные женщины были. У них там что, с именами проблема? Ладно. Я не совсем понимаю. Не совсем понимаю. Лесная нора. Там зелененько. Это все, что я могу сказать. Давай посмотрим. Точно не носорог, точно не гипопотам, или подожди, потребности степь, пустыня, точно не слон. Я хочу газель, короче. Я думаю, я хочу газель. Как купить? Можно я куплю, пожалуйста? А, вот. Газель я хочу, да. Газель. Есть вот такая, есть вот такие. И у нас возраст 9, возраст 11. А давай вот этих твоих куплю. А первый возраст 7. А нет, давай я вот этого куплю. Адаптация, да. А можно я еще одну куплю вместе с ним? Это был самец, да? Можно еще купить какого-то там возраст 11, возраст 4. Вот сюда же. А, мне надо сначала выпустить, окей, и закрыть. Подтвердить, да. Мне надо сначала выпустить это животное, чтобы взять следующее. Окей, я понимаю. Я могу это сделать. Ты у нас... Так вот.
где-то тут есть указание? Купите овощи и фрукты, наполните кормушку. Пошли. А я могу, кстати, через этот купить или не могу? Могу овощи купить, фрукты купить. Я купила. У меня есть овощи и фрукты теперь. Мне надо их взять. А, или вот это они, подожди. А, нет, это билеты. Они, наверное, где-то... Я забыла, в этом, на складе, да? Сейчас посмотрим. Да, вот они, вот овощи, вот фрукты. Опа, пошли. Сейчас мы тут подаем тебе еду. Подаем. Классно ты говоришь, Лер. Так. Проверьте наличие новых отзывов. Давай, проверю. Туалет в этом зоопарке просто отвратительный. По факту. Смотри, Карен. Это у меня только два человека тут ходят. Я не пойму. Карен и Джон, вы что, по приколу тут? Окей. Ремонтируйте туалет. Так, ремонт. Здание растительность другое. Туалет. Пить. Подожди, у меня даже нет туалета. Она сказала, что он отвратительный, а не то, что он у меня отсутствует. Может, она попутала какой-нибудь вольер с туалетом, ну, типа, мало ли. Улучшение, что ты хочешь. Шуруповерт. Дверь, дрель, шуруповерт улучшить. Открытые вольеры. А где мои информационные доски? Вот они, да? Угу. Никто не живет или где надпись? Ой. Ой, упс. Меня нудит эти штуки заделывать, правда. Новые отзывы. Давай я проверю наличие новых отзывов. Только регистрации. Не, ну вот это прикольно, конечно, что его можно таким прям, да, сделать больше. Вольеры укрытия в джунглях, декорации просто ужасные. От одной мысли о том, что животное захочется их использовать, у меня мурашки по коже. Так там еще и никого и нет, животных не будет использовать. Это кто сейчас оставил отзыв, скажи? Кто этот отзыв оставил, она покажет. Джон. Джон, я не знаю, Джон вообще на приколе пацан, ходит туда-сюда и смотрит там, где у меня даже животных нет. И такой, а вот тут у вас плохо, да, у нас тут плохо. Я сейчас продам старые декорации. Где тут старые декорации? Это старая декорация, да? Да? Я все продаю нафиг. Мне эти декорации не нужны. Угу. Еще есть декорации? Где тут еще декорация? Я, может, слепая? А где тут еще декорация? Ты не декорация, и ты не декорация. А где тут еще декорация? А, вот это вот растение, да? Так я ж подходила вроде. Можно еще одно животное сюда поместить? Давай тогда, я отсюда могу, я отсюда не могу. Погнали, я сюда помещу страусов. Или что это у нас? Ну, посмотрим. Ну, посмотрим, что я могу. Угу.
Да, я хочу страуса. Тогда. А, или гиппопотама. Не, страус, страус. Подождите, страуса я хочу. Молодой страус ищет новый дом. Его не волнует посетитель. Он наслаждается обществом персонала зоопарка, особенно когда они приносят лакомство. Особенно он любит морковь. Так, страус. Большой величественный страус ищет новый дом. Он очень общительный, ласковый в общении с другими страусами. Смотритель из предыдущего зоопарка говорит о нем. Это восхитительный великан с веселой улыбкой. С веселой улыбкой. Я беру. Смотри, короче, тут слон и гиппопотам. Хорошо, я куплю слона, давай, или гиппопотатама. Гиппопотатама, да. Несколько застенчивая пугливая самка ищет новый дом. В предыдущем зоопарке она жила одна, поэтому поначалу было бы лучше, если бы она жила одна или с дружелюбным бегемотом-компаньоном. Она будет одна как раз, раз она хочет пожить одна. Да. Я иду... Где? Да. А, ой, блин, в мультике, который, как он называется? Мадагаскар. Там была... Как тебя зовут? Ты будешь Офелия. Офелия. Не А. О, Офелия. В этом зоопарке нечего поесть. Карен. 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 Сейчас мы поедим. Сделаем поесть. Не, ну когда нет чего поесть, согласна. Это фигово. Я в зоопарке, когда была, я прям, я рыбу как есть хотела. Ну и, соответственно, там было что поесть. А на секундочку, а я ей все добавила? Еда, вода, там у нее все есть? А то я такая прикольная ушла, а она там сейчас будет, да, сидеть, радоваться жизни без еды и воды. Нет, подожди, я не согласна. Угу. О, смотри, я ее не накормила, капец. Это перебор. Так. Вот тебе покушать. Угу. Вот теперь у тебя есть покушать. Я могу тебе даже декорацию купить. Хочешь? Давай я тебе декорацию куплю. Ты у нас кто? А ну какие-то тут сено. Я тебе зонт куплю, хочешь? Хочешь, я тебе зонт куплю? Не очень, ладно, пофиг, пока без зонта. Пока так. А... Он не нужно? А, блин, это не сюда. Третье место для постройки. Купите киоск для хот-догов. Вот это нам надо. Сейчас будем покупать. Привет, ты Карен? Или ты другая Карен? Их тебя знают, правда. О! Да, ща разберусь. Прям рядом с туалетом. Нет, не будет такого. Вот тут можно. Хотя вообще как-то с туалетом рядом это как-то кринжово. Ну ладно. А, да. Да, вот так. Ой, ой, верни, подожди. Наймите продавца хот-догов. Персонал, да. Продавец хот-догов. Сюда. Ты со мной разговариваешь сейчас? Смотри, какой чел, блин, стоит. Продаешь хот-доги тут? Можно мне? Я не могу подойти ближе. Тут что? У тебя личное пространство, да? Купите в магазине автоматический диспенсер корма. Возьмите со склада и поместите в кормушку. Купите корм, наполните. Давай.
Да, зад. Это все я покупаю, потому что я могу. Сейчас поставлю. Так. Это я беру. Плюс я беру вот это. Давай сюда поместим. Ой, я не знаю, а что ты так странно ходишь? В порядке? Наполним. Наполним, говорю. Не хватило, блин, прикинь. Капец. Надо шуровать обратно тогда. Что тут у тебя? Жажда. Жажда замучила. А что ты не пьешь? Там есть вода. Может, он уже все выпил? Maybe, probably. Надо посмотреть. Давай посмотрим. Давай посмотрим, что у тебя с водой. Я не знаю, чел, походу, все. Мне кажется, он не очень доволен вот этим навесом. Мне кажется, что-то ему здесь не так. Угу. Отлично. У меня носорог за... А вот и все. А вот так вот. А вот это все. Ну, я могу походить, да? Я типа могу что-то еще поделать тут, но смысла в этом не то, чтобы... Много. Чел, ты че, блин, серьезно? Ну, ты на приколе или что? Окей. Окей, давайте тогда заканчивать. Что я хочу сказать про игру? Я... Возможно, это на один раз там почилить, посидеть, пока ты ждешь, пока у тебя скачивается какая-то другая игра. Возможно, хорошо. Но лично мне не то, чтобы прям интересно долго играть в такое. Ну, блин, в смысле, долго это там какие-то, не знаю, часы, тем более дни. А на один раз, в принципе, вполне себе покатит. Там, посмотреть, погулять по зоопарку, да, и в целом неплохо. В целом хорошо. Вот, пишите, как вам, и спасибо вам, Тинчата, за просмотр, и не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения, и до встречи в следующих видео.